Но мы, наконец, закрепились в Германии. Проход к Рейну открыт, и пути назад больше нет. Ни для кого из нас. У вас был приказ взять отель, так? А не вывозить гражданских. Кто решил, что их нужно спасать? У нас было время, сэр. По моим данным, главным был Тёрнер, не вы. Теперь он командует? Нет, сэр, это я решил. Вина моя. Нет, она общая. Я и слышать ничего не желаю о том, что двое моих лучших людей игнорируют приказ, когда мы на пороге крупнейшей операции за всю войну. Я вам напомню, это ударная сила для решительного броска к Рейну. Надо зачистить весь лес, чтобы колонна прошла. С этого момента я требую от вас полной самоотдачи. Так что готовьтесь выдвигаться. Оба свободны. Прошло 3 недели. Мы сейчас в лесу Хюрткин зачищаем, чтобы колонна прошла к Рейну. Мне стыдно, что я так долго не решался открыть твое письмо. Если все плохо, можешь выговориться. А я предупреждал. Студент, дай ему сказать. Она беременна. Ух ты! Эй, это здорово! Ого, Дэниел станет папашей. Она пыталась сказать мне, но я не был готов. Ну ладно. Я, пожалуй, еще кофе выпью. Пошли, тупицы, отстаньте от него. Но я не хочу кофе. Очень хочешь. Прости, что не сказала о ребенке раньше. Я пыталась в тот день, когда ты уезжал, когда ты меня сфотографировал. Всем собраться здесь! Где Дэниел? Дэвис говорит. Идем. Понял. Хюрген, темный и почти неприступный. Наша задача — занять холм 493. Он дает контроль над всей долиной. Для слабаков задача может казаться невыполнимой. Но наша дивизия не раз делала то, что другие не смогли. В Первой мировой мы первыми отразили атаку немцев. Первыми пошли в контрнаступление. И первыми перешли Рейн. Ничто не остановило нас и не сможет. Лейтенант, скажи им наш девиз. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Я не слышу! Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Правильно. Готовьтесь выдвигаться. Долг зовет. Назад в мясорубку. Аминь, брат. Время 5 минут. Эй, Дэниелс, будь другом. Отнеси Уиллису поесть. Он в наблюдении. Ладно. Вот, спасибо. Он наблюдает за долиной. Они заложили 1000. Наша линия снабжения не справляется, припасов мало. Доброе утро. Доброе. Комплимент от шеф-повара. Самое вкусное, да? Спасибо, друг. Как обстановка? Сам посмотри. Огонь не прекращается. Ни на минуту. Я слышал, вы сегодня в бой? Таков план. Удачи тебе там. Спасибо. Первый взвод! За мной!
Итак, наша задача уничтожить артиллерию на вершине холма. Тогда мы сможем удержать лес. На первом этапе соединяемся у реки со вторым взводом. Затем выдвигаем. Какого сопротивления, кстати? Сильнейшего. Мост весь день переходит из рук в руки. Поможем удержать мост. Вот она. Дэвис собрал самую большую бронированную колонну в истории. Ха, если и это не напугает краутов, я уж не знаю, что сможет. До Рейна еще далеко. Поэтому надо подавить орудие и спасти колонну. Держитесь, парни, вот настоящая мясорубка. Эй, Цус, старые раны от холода ноешь? Когда моя бабка сломала бедро, то каждую зиму... Я похож на твою бабку. Если на то пошло, поцелуй ему мерзлый зад. Лучше я бабку в зад поцелую. Картинка, что надо. Все ко мне! Марк, как вы тут держитесь? Сволочи, все бьют и бьют. Скоро еще подойдут. Ладно, первый взвод, поможем ребятам. Поднажмите, отбейте передовую. Установить линию обороны. Берите мины и готовьте пулеметы. Баркли, Купер, к мосту. Подадите сигнал, когда увидите движение. Надо укрепить оборону. Расставить мины. Сэр, я думал, мы атакуем артиллерию на высоте 493. Нельзя оставлять позиции без прикрытия. Отправимся к точке сбора, когда разберемся. Судя по воронкам, это будет нелегко. На войне легко не бывает, рядовой. Видите, Троцкие зубы дракона. Нашим танкам тут не пройти. Да! В том и смысл! Ваня, крауты идут! Назад, в укрытие! Защитные позиции! Держать оборону! Огневые позиции! Готовьтесь к атаке! Они идут! Приготовились! В атаку! Огонь! Вижу, гада! За завесой. Они на подходе! Огонь! Смотри, Коба! Вперед! Быстро! Войска СС!
Дэниелс, есть патроны.
Все ко мне! Собраться! Разделимся на две группы. Пирсон, вы на север через мост и на холм. Я с отрядом вдоль реки, прикрою вас. Точка сбора у подножия холма, 493. До встречи. Да, будьте осторожнее. А, вы тоже. Надеюсь, мы не зря разделились. Если крауты перейдут реку, вся операция окажется под угрозой. Поэтому мы и защищаем Пирсона с фланга. Как далеко точка сбора, сэр? Скоро будем у высоты 493. Надо просто идти вдоль реки. Всем тихо! Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуем незаметно. Дэниелс, тише! Пошли! Вот!
Вставай, Ред. Я лучше всех тебя знаю. Ты еще можешь драться. Не сдавайся. Ни сейчас, ни потом. Пол? Фрицы вот-вот будут здесь. Покажи, из какого ты теста. Вставай. Боюсь. Мне не выжить. Ты должен, Ред. Ты нужен Хейзел и ребенку тоже. Вставай. Встану. Встанешь. Ты же никогда не сдаешься. Я в тебя верю, братишка. Пол! Пол! Встретимся дома, братишка. Брикс? Боже. Надо найти точку сбора. А, господи. Есть, сэр!
Займись дверью, я прикрою. Все такое ветхое, никакой защиты. Крауты, наверное, ушли отсюда. Думаете вернуться? Надеюсь, что не скоро. Видишь кого-нибудь из наших? Нет, сэр. Надеюсь, они уже на точке сбора. Слышишь? Это вода. Видимо, река близко. Хорошо бы наши парни нашли, где укрыться от артиллерии. Мы их поддержим. Не волнуйся. Вот и река. Пойдем вдоль нее и выйдем к точке сбора. И заткнем эти орудия. Хатер! Вот вон в том пункте. Надо его оттуда выбить. Не высовывайся. За мной. Ложись! Помогите мне! Ранил одного из наших! Проверь фланги! Посмотрим, можно ли его достать! Помогите кто-нибудь! Могу идти! Помогите кто-нибудь! Не могу двинуться! Помогите! Мы тебя затащим! Держись, мы разберемся! Надо торопиться! Помогите кто-нибудь! Не могу идти! Помогите мне! Ранил одного из наших! Проверь фланги! Посмотрим, можно ли его достать! Не могу двинуться! Не могу двинуться! На помощь! Помогите! Кто-нибудь! Это тащит! Держись, мы разберемся! Застанем его врасплох! Надо торопиться! Уйди! Веку на себя огонь, а ты его прикончишь! Помогите! Помогите кто-нибудь! Я тебя прикрою! Он не один!
Дэниелс. Выдвигаемся. За мной! Здесь чисто, но этот солдат мог выжить. Идем! Точка сбора уже близко. Надеюсь, наши парни уже там. Стрельба! Наши парни должны быть близко. Скорее! Они бегут! Найлз, это ты! Лейтенант! Они нас прижали! Смотри, Боб Эдилс! Надо помочь! Есть, сэр! Немцы вне укрытия! Он выходит из укрытия! Пошел! Движение впереди! Патроны! Бросаю гранату! Смотреть в оба! Вперед, быстро!
ваши! Это был последний! Хорошо, Дэниел! Отряд, собираемся у моста! Будем удерживать мельницу! Когда Пирсон подойдет, выдвинемся к точке сбора! Так точно, сэр! Неужели снова мост? Отряд, за мной! Будем удерживать позицию до подхода Пирсона! Черт! Американцы! Снайперы! Смотрите! Отряд, огонь! Thank you.
Мы отбили! И на чеку! Дожидаемся Пирсона и точки сбора! Стайл, Дэниел, за мной! Держим позицию до прихода Пирсона и вместе берем холм. Если он не прошел мимо и не взял его сам. У него не хватает людей. Ему это не мешало. Я сказал здесь. Значит, ждем здесь. При всем уважении, сэр. Вдруг Стайлс прав и Пирсон пошел вперед. Это моя забота, Дэниелс. Нутром чую, что-то не так. Мы еще были бы на корабле в Нормандии. Если бы я им руководствовался. Точно. Вы слышали, что взвод Пирсона полег на Кассерине? Похоже, история повторяется. Надеюсь, нет. Я хочу узнать, что там было. Да. Ну, мне слабо спросить у Тернера. Но я знаю, кому нет. Нам было приказано уничтожить немецкую артиллерию. Но если Пирсон видит брешь, он лезет в нее сам и плевать на отряд. Между ним и Тернером назревает конфликт. Боюсь, дальше будет хуже.